Мур, привет, друг. Это новостной выпуск обновления 1.3.80. Тиризла выходит 4 июня и будет стоить 32 тысячи БО или 599 алмазов. Странно, что до сих пор некоторые люди не понимают, зачем я делаю обзор изменений. Но это их личные проблемы. На тестовые добавили Дариуса, обзор на канале. Но его убирали из-за бага, который крашил бой. Опять же, с другой стороны, нашлось несколько других багов или фич. Покажу в отдельном видео. Новый облик Харита, Звездная пыль, будет доступен с 25 мая. Скин будет стоить 599 алмазов и скидка 30% первую неделю. Классический облик Лейлы будет доступен для покупки за 50 алмазов в течение 14 дней, начиная с 23 мая, то есть уже сейчас. Облик Леоморда, Триумф, Орел. Жив, цел, Орел! Будет доступен по турнирному событию с 29 мая. Магазин фрагментов, редкие облики, Лейла, Франко, Клинт, Аврора, Аргус и Роджер пропадут 10 июня. Иритель, Ночная стрела, Мия, Капитан Шипов, Фрея, Охотник на драконов, Москов, Командир, Змеиный глаз, Алукард, Виконт, Сабер, Могучий воин. Эти облики добавят 10 июня. Герои за фрагменты. Леоморд заменит Лолиту 29 мая. Кайя свапнет Адетту 1 июня. Харли сменит Фашу 11 июня. Хелкарт вытеснит Грока 13 июня. Джонсон, как я задолбался придумывать синонимы слову, заменит Хильду 15 июня. Изменения героев. Эсмеральда, пассивка. Уменьшили бонус от предметов к магической части автоатаки. Будет 70%, было 80%. Это не такой уж сильный нерв, поскольку в бою Эсмеральда способна поддерживать свой щит постоянно. Если считаешь, что нужно объяснить тактику против Эсмеральды, пиши об этом в комментариях. Хуфра, второй навык. Убрали еще 1% от атаки. Теперь будет наносить 6% от вражеских хп. Кадита, исправили баг, когда у навыков пропадала перезарядка. Сан, Клауд, Акай, Хелкарт оптимизировали эффекты навыков. Дополнительный навык спринт. Теперь ускорение начинает уменьшаться после 2 секунды бега. Раньше спад начинался после 3. Разрабы поняли, что спринт вырвался вперед по полезности и потихоньку его нерфят. Добавят статую Леоморда в событии турнира. Будет доступен предзаказ Харли Веном, который даст личную скидку и пробную карту. Жаль, дату не указали в письме. И это конец серьезных изменений. Если видео тебе понравилось, подпишись, покажи друзьям и поставь свою чудесную лапку. Удачи, друг!